Валютчиков-нелегалов задержали правоохранители. Менять деньги на 7-м километре и книжки больше нельзя. Полиция запретила работать нелегальным валютчикам. В ноябре специалисты раскрыли 17 незаконных операций покупки-продажи. Общая сумма почти 4000 долларов. Чтобы стабилизировать рынок и не допустить существования незаконных пунктов обмена, правоохранители регулярно проводят соответствующую работу. Під час проведення заходів працівниками встановлені найбільш концентровані міста незаконних валютних операцій. Це ринки міста Северний, Привоз, 7-й кілометр та крупні торгівельні центри на території міста Одеси.